видеонаблюдения. Остановка метрорайон Тупки. Следующая остановка Институт Стали. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе улицы. Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите улицу на зеленый сигнал светофора. Трамвай обходите в зону видимости водителя. Автобус и троллейбус сзади. Следующая остановка – керамический проезд. Уважаемые пассажиры, со 2 апреля 2013 года вводится новая система проездных билетов на общественном транспорте. Билет троллейбус, автобус, трамвай становится еще удобнее. При покупке билетов на большое количество поездок стоимость одной поездки становится дешевле. Срок действия билетов от 5 до 60 поездок увеличивается до 90 дней. Остановка – керамический проезд. Следующая остановка – торговый комплекс.